Борис Житков, волк. Один колхозник проснулся рано утром, посмотрел в окно на двор, а на дворе у него волк. Волк стоял около хлева и скреб лапой дверь, а в хлеву стояли овцы. Колхозник схватил лопату и во двор. Он хотел сзади ударить волка по голове, но волк вмиг повернулся и поймал лопату зубами за ручку. Колхозник стал вырывать у волка лопату. Не тут-то было. Волк так крепко уцепился зубами, что не вырвать. Колхозник стал звать на помощь. А дома спят, не слышат. Ну, думает колхозник, не век же волк лопату держать будет. А как выпустит, я ему лопатой голову проломаю. А волк стал зубами ручку перебирать и все ближе и ближе к колхознику. Пустить лопату, думает колхозник, волк тоже лопату бросит, да на меня. Я ее бежать не успею. А волк все ближе, ближе. Видит колхозник, дело плохо. Этак волк скоро за руку схватит. Собрался колхозник со всею своей силою, да как швырнет волка вместе с лопатой через забор, да скорее в избу. Убежал волк, а колхозник дома всех разбудил. «Ведь меня, — говорит, — у вас под окном чуть волк не заел. Эка спите! Как же? — спрашивает жена. Ты управился, а я, — говорит колхозник, — его за забор выкинул». Посмотрела жена, а за забором лопата, вся волчьими зубами изгрызла.